извечная борьба, что лучше, Android или яблоко. И еще немало спорных технических вопросов в голове у нашего ведущего рубрики «Ну и гаджеты» Дмитрия Старостенко. Хотите стать киборгом, например, при помощи дополнительных пальцев или своими глазами увидеть виртуальную реальность? С новыми технологиями это проще простого. Давайте посмотрим. Считайте, мы получили все необходимое от природы. А что, если бы у нас было не 10 пальцев на руках, а 12? Этим вопросом задались ребята из одного британского стартапа. Дело оставалось за малым – создать управляемый дополнительный палец. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Его разработали и распечатали на 3D-принтере. Гаджет напоминает перчатку, которая крепится на ладони, а сам палец из специального полимера располагается после мизинца. Он приводится в движение благодаря моторчику. Тот расположен на браслете. Управлять пальцем можно, используя датчик давления, прикрепленный к ноге. Давишь, и палец сгибается. Все предельно просто. Палец пригодится, когда нужно дополнительно что-то схватить. Теннисный мяч, например, карты, очки, плоскогубцы и даже компьютерный планшет. Чудеса, да и только. Run. А вот умная татуировка от ученых Массачусетского технологического института позволит владельцу управлять своими мобильными устройствами. Правда, это не совсем татуировка, вернее, лишь временная. Она состоит из тончайшего металлического листа, который наносят на кожу пользователя. Ученые дают зуб, что золотой лист – это отличный материал. Он способен отправлять и принимать сигналы по беспроводной связи. Ты втираешь мне какую-то дичь. А на коже новинка выглядит как ювелирное украшение. На практике управлять телефоном можно будет не взаимодействуя напрямую с экраном, а лишь проведя по тату. Кроме того, татуировка может отслеживать состояние здоровья своего владельца и уведомлять об отклонениях от нормы. Зрение супергероя тоже становится реальным. Вот вам, к примеру, контактные линзы, которые проецируют изображение прямо на сетчатку человеческого глаза. Начинкой выступают крошечные дисплеи и микросхемы. Благодаря этому человек сможет видеть виртуальную и дополненную реальность, не надевая дополнительных устройств. Главное преимущество линз – качество изображения, которое не могут дать очки или другие гаджеты. Правда, из-за маленьких размеров линз обработка изображения ляжет на мобильное устройство. Его придется носить с собой. Ну а замыкает список чудо-ложка. Начинаем движение к ушам. Быстрее, может, даже. Специально для тех, кто страдает тремором рук, другими нарушениями или просто часто роняет предметы, разработали специальный столовый прибор. Ложка оснащена акселерометром и моторчиком, который компенсирует дрожание руки или пальцев. В результате еду можно спокойно подцепить и поднести ко рту. Она не слетит с прибора. Что ж, в конкурсе «Донести в ложке яйцо и не разбить его» вы станете абсолютным победителем. А в остальном уже зависит все от вас. Пока-пока.